Приветствую вас, друзья, на канале Сибирячка готовит, с вами Елена. По многочисленным просьбам наших подписчиков готовлю сегодня блины без яиц и молока. Посмотрите, какая прелесть. Постные блинчики, готовятся они легко и просто. Я хочу, чтобы вы обязательно приготовили по нашему рецепту. Побаловали себя и своих близких такой вкуснотой. Смотрите, какие они получаются мягкие, с дырочками. О таких блинчиках можно не только мечтать, но и приготовить по нашему рецепту. Поехали! Миску для теста взяла объемную. Пшеничную муку высыпаю гречневую, добавляю соль, сахар, сухие быстродействующие дрожжи, перемешиваю и выливаю половину количества воды. Она у меня теплая. Замешиваю основу блинного теста. Смотрите, какое у нас получается тесто. Оно между тестом на оладьи и блины. Не слишком густое, но не такое жидкое. Спадает с лопаточки. Убираю его в теплое место ровно на 1 час. Накрою крышкой. Смотрите, какое красивое тесто. Перемешиваю его, так, чтобы выпустить воздух. Чтобы все-все вот эти пузырьки, которые у нас есть, все ушли. Чтобы тесто у нас полностью опало. Так, вот смотрите, все полностью оно у нас разошлось. Нет никаких комочков. Отличное тесто. Еще раз 30 минут выдерживаю его в теплом месте. Дам ему подняться. Выпекать дрожжевые блины буду на умеренном огне. Сковородка у меня уже прогрета. Смазываю растительным маслом. Давайте посмотрим, какое у нас тесто. А больше я его перемешивать не буду. Беру порцию и наливаю на сковородку. Ставлю на плиту и готовлю. Смотрите, мои хорошие, как только у нас уходит влажность сверху с блина, вот видите, тесто у нас здесь полностью приготовлено, мы его переворачиваем. Это заняло где-то минуты 4. И обжариваем с другой стороны. Вот такие красивые, вкусные, постные блины у нас готовятся. Желаю вам удачного приготовления, соблюдения поста, приготовить такую вкусняшку, порадовать себя и своих близких. До новых встреч, пока-пока!